Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков. Усаживайся поудобней, заваривай чаек туда в кружку, прям кроши печенье, во рту вари пельмени и закидывай туда сразу сметану, кушай. В любом случае, располагайся поудобнее, не забудь поставить лайк, подписаться и все там, как я люблю, лайкодрочер. Короче, что я вас сегодня собрал? Я уже очень давно в эту помойку не донатил, но сегодня меня сподвигли. Мне не оставили ни одного шанса, вот. Мои трусы взяты в заложники. Я не знаю, как, каким образом, что делать мне, как мне вообще поступать, и приходится донатить, потому что... Жалко, жалко свои трусы, не раз их уже стирал, у нас, знаете, там такое прошлое с ними необычно, но там зачастую были и противные вещи, об всех этих вещах я вам, конечно, рассказывать не буду, но, тем не менее, у нас, смотрите, у нас эти гремучие долбанные шары, хоть я один день и пропустил, но, смотри, фонарики желаний, завтра я еще долбану по этому фонарику, но чтобы забрать вот эти вот два последних крутых фонарика, мне нужно задонатить. Я записываю это видео в воскресенье. Мог бы задонатить и в понедельник, но в понедельник в 95% случаев акции будут говно. Вот, потому у меня не осталось выбора, донатить нужно сегодня. Помимо этого, у нас что еще сегодня происходит? Ты лайк-то поставь там быстро, ёпта. Так, я буду тебе благодарен. Никаким образом я тебя не хочу, на тебя давить. Вот, просто подпишись, иначе за тобой приедут злые шпроты. Ладно, не суть, окей. Далее, что я хотел отметить? Акция, пасхальная акция. Тут еще какие-то бонусы дадут, да? Я заберу первый, второй подарок, потому что я задоначу пак за 800 рублей. А далее, что мне еще хотелось бы отметить? Ну, короче, сегодня задонатим, пройдемся по акциям и благополучно ништяки заберем, чтобы видео слишком длинным не делать. Наверное, эти ништяки уже буду открывать, возможно, в другой день. Ну, посмотрим по обстоятельствам. Так, полетели. Что у нас тут? Реально, лайк поставьте, давно не донатил, ребзи. Давно не донатил. Ну, здесь... И вот смотришь эти акции, реально говно. Было бы классно, короче, взять и купить пак за 3000, ну, за 4000 рублей, но у меня нет денег, ребят, так что извентиляюсь. А далее, короче, будем покупать. Будем, ребят, покупать. Вот это вот говно. Да, будем... А вот если бы за 3000 рублей, за 4000 покупать, то было бы классно, и пыль появилась бы. И там дали бы эти акционные карты. Ну ладно, не суть. Я не расстроен. Все равно мне с этих бы карт ничего не упало. Так что давайте полетели. Такой, знаете, дешево, как говорится, и сердито. Ах ты, елки-палки, мне что-то надо ввести пароль, чтобы это все купить. О божечки. Защита, защита, защита. Ну а что? А что? А вдруг что-то дочка мне напокупает? А я потом это с ума сойду. Так, оплата произошла успешно, мне сразу тут начинают на склад накидывать куски донатного говна, то есть, ну, самоцветики, ладно, пылюка пришла, подожди, окей, стой, а где, а вот еще невозможно получить, а у меня уже места нету, да, у меня уже нету места, да вы шо вообще, да вы шо опупели, эй, народ. Ну, так же нельзя. Так, мне там... Ой, монетки событий, это, конечно, редкостная дерьмище, потому что, ну, там просто эти акции с ними все полная херня. Так, по ништякам. Они у нас тут потихонечку копятся. Или не копятся, не знаю. Короче, будем, может, на другом видосе открывать. Ну, смотри, бац, 13 тысяч самоцветов. И тут 80. У меня уже того 47 тысяч самоцветов. Не знаю, может, запишу видео с роллингом, попытаюсь мастера рун выбить и пепельную матрону. Может быть, просто ништяки открою. Короче, пишите в комментариях, что лучше сделать. Сейчас нам еще нужно пройтись по акциям. Посмотрим на все это говно. По-другому это дело никаким образом и не назвать. Так, это я открыл. Тут места освободил. Вообще, мест мало. Куда... Просто... Где все мои свободные места? Ну, вот это можно открыть. Не знаю, что делать. Накапливать, не накапливать ништяки. По факту херня, да и ништяки такие, знаешь, ни о чем. Но сейчас посмотрим, что нам подарят 800 рублей. То есть мы-то как бы подарили 800 рублей от GG, а они взамен нам просто дадут картинки. Саша мне письма не слал. Он самый красивый, кстати.
Письку обычно Сафон отправляет. Ребятушки, это видео я записываю во время стрима. Именно во время стрима, когда я записываю видео, люди начинают донатить, за что я им весьма благодарен. И после записи данного видоса я обязательно отвечу. Вот, передаю из прошлого в будущее привет всем тем, кто сейчас на стриме и смотрит видос. Там сверхбитва вселенных. Вот эти вот временные там континуумы, да, я попытался сумничать, блядь, не получилось. Ну ладно. Так, продолжаем. Я тебе припомню, Инга. Так, окей, продолжаем. Так, тут у нас что? Парящий остров. Слушай, подожди, у нас есть настолка. Правда, там попыток будет не так много. Полетели в настолку. Так. В накопление, мне говорят... да, у нас еще пакет накопления. Так, я получил мозаику. Опа! Это серьезно? Я получил акционную карту или меня глючит? Две попытки сраные. Да! Или нет? Я не понимаю, это акционная карта или не акционная? Ёпта, это акционная карта, ёпта, следующее видео будет интересным, хотя из этих героев мне, по сути, нужна только Леди Божество. Ладненько, не суть. Запись-то я включил, я думал, запись забыл включить, а то пришлось бы вырезать со стрима. Так, ладно, это качать стрим, потом вырезать. У нас тут еще пакеты накопления. Смотрите, сколько мы всякого дерьма набираем, а? Сколько всякого дерьмища-то, а? Обмазываемся, как говорится, дерьмом. Слушай, ну и давай вот это вот... вот эти вот карточки, чтобы забрать. Мне нужно сколько еще? 1800 самоцветов. Это сколько мне надо купить? Ага, 1800. Ну давайте купим, чтобы уже весь пакет накопления забрать, так забрать. 1000... Так, это что можно купить? Это что можно купить тогда? Можно вот это... Ну, это беспонтовая херь. 1800. Господи. Дерьмо. Ну ладно, давайте купим. Захват окна, сказала ты. Так, бросьте. Ой, снова пароли эти вводить. Зачем я их такие сложные придумываю? Ой-ой-ой. Так. Все. Ввел, ребятушки, купил. Та-па-па-па-па. Ну, все, теперь я заберу весь пакет накопления. Ну, как говорится, дешево и сердито. Давай. Заходим. Короче, у нас теперь много карточек. Будем ждать оттуда мастера рун. Так. Ну, слушай, по красоте. Сейчас мы еще пыль проролим. Снова у меня проблемы с местом. С местом. Слушай, у меня уже там больше 50 тысяч самоцветов. Что-то надо будет думать, куда их, как говорится, тратить. Ой, надо добраться, этот склад почистить, а то у меня совсем грязнючим стал. О, вот это ж, ты что тут делаешь, сука, пошел вон. Тоже, иди отсюда, ты чё? Так, ваши подарки. Это все херня. Ну, потом открою. Не суть. Ой, монетки событий. Как неожиданно и приятно. Так, временная акция. Так, это забрали. Все хорошо. Ладно, не останавливаемся. Летим дальше. Так, карта богатства. На нее плевать. Парящий остров. Тут что у нас? Пасхальная акция. Говно. Временная акция. Говно. День замковладельца. Говно. Базар. Набор сокровищ. Так, сюда я вроде бы заходил. А, может быть, я, кстати, на яйце не заходил. Надо будет проверить. Ежедневный бонус, цветущий бонус. О боже, невероятнейшая акция, откуда не упадет ничего полезного. 120 кристаллов, спасибо, 2020 год, GG, вы прям вообще это, с ногу, это в ногу со временем идете. 1000 значков почета. О, в магазинном безумии я могу поучаствовать, да? Вот, в магазинном безумии в наличии 10. Подожди, ну-ка, давай подтвердить. Ура, вы купили 20 осколков героя. Подожди, я сейчас сколько? 40 осколков наварил? А сколько у меня не хватало?
Ну-ка. Так, ну этот зловещий бандит, окей, я тебя забираю. Энциклопедия героев, механоид Альфа, леди божество, ты где, тварь? Ты где, сука? Проститутка? Подожди, блин, у меня... Вот. 40, итого у меня 150, то есть мне 50 осколков надо. Понятно, 50 осколков. Ясно. Фух, становится все жарче и жарче. Войди в игру, цветущие бонусы были, магазины... О, разбей яйца. Еще одна акция с 2015 года. Три попытки. Так. Так. Окей. Забрали говна. Бинго. О-о-о! Еще одна просто доисторическая акция. Ну давай. Сколько я штампов могу открыть? Три. То есть мне даже на всю линию не хватит. Печалька. Печаличка. Ясно. Дальше. Охотник за богатством. Ну тут мне попытку не дадут. Тут только тем, кто выкидывает. А, слушай. У меня есть одна попытка. Серьезно? Воу. Неужели я карточку Амазона выиграю? Нет, конечно же, я выиграю вот эту вот залупу ненужную. А не карточку Амазона на 75 баксов. Правда, я не уверен, с Амазоном я могу что-то в Латвию заказать или нет. Так, большая выгода. Это что такое? О боже, могу вот это говно забрать. А, это все что ли? Ведь акция так акция, всем акциям акция. Сокровищница, но тут надо самоцветы тратить, если не ошибаюсь, а их не тратил и не собираюсь. Бонус к первой покупке, базар, пакет накопления. Так, на столка еще раз заходим. На столочка. Так, у нас появилась попытка. И у нас целый пазл в наличии. 200 книг получили, допустим. Что я могу за один пазл обменять? Чтобы леди божество получить, как бы я, видите, не хватает у меня пазлов. Ладно, то за один пазл я обменяю. Давай вот эту штуку. Так. Ну, как бы и все. Ну, как бы и все, и попыток нету. Пасхальный розыгрыш на фонарики. О, фонарики желаний. Я ж тут собрался ради этих фонариков желаний. А, мне нужно, чтобы мне вот это, чтобы все забрать, мне нужно зажечь все фонарики. Ну, слушайте, ну, как бы, леди божество я в любом случае поймаю, хотя не знаю. У меня будет около, там, сколько, 4 этих карточек, хотя я и по осколкам уже леди божество почти собрал. Ну, есть такая странная херня, через 18 часов, по сути, буду пилить видос. Ладно, ну и раз такая пьянка пошла, подожди. Опа, оп, оп. Говнеца получили, короче. Так, эти ресурсы получили. Давайте, у нас же там целых 140 единиц пыли. Мы можем взять и в Парящем острове поучаствовать. Парящий остров. Так. 200 пыли, друзья. Ну-ка, давай. Сейчас бы 5 раз леди божество выпало бы, и было бы классно. Один раз упало. Ну, то есть, она вроде 2 раза упала. И как бы все. Так, окей. Так, забрали. Итого. А, нет, она 1 раз упала. То есть, надо еще 40 осколков. Так что. Вот такие вот дела. Фух, не знаю, ребята, вы сами оцениваете, что да как, пишите в комментариях, там ставьте лайки, еще что-то, вот, не сдержался за долгое время, в первый раз задонатил, вот, посмотрим, будем, короче, в следующем видосе все это открывать, смотреть, что у нас там получится, что у нас по ресурсам будет, а потом будем, что самое главное, качать силу. Вам пожелаю огромнейшей удачи, может быть, когда-нибудь я накачаю 1 000 000 хулиард силы, и как бы все будем счастливы. Надеюсь, у вас уже во рту давным-давно доварились племешки. Всех целую в попу, пока.